الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته дорогие братья и сестры, уважаемые единоверцы, вот и наступает наше долгожданное время, буквально на днях, иншаллах, наступит священный месяц Рамазан, наш любимый долгожданный месяц, альхамдулилля. Прошлогодний месяц Рамазан был как будто только месяц назад. Этот год прошел как один месяц. Этот был год нелегким для нас всех, для нашей страны. Было много различных испытаний. Но мы надеемся, что мы эти испытания пройдем со стойкостью, с терпением и со смирением. И дай Аллах, чтобы любая ситуация была для нас, для нашей страны во благо. Альхамдулилля, Аллах Таля нам дал возможность дожить до этих прекрасных времен. Альхамдулилля. Подвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они делали дуа в своих мольбах, просили Аллаха дожить и до следующего Рамазана. Да, мы тоже делаем дуа, у Аллаха просим, да, увидеть вновь священный месяц Рамазан, потому что месяц Рамазан – это месяц милосердия, месяц милости Аллаха, когда врата рая, милости Аллаха, открываются, врата ада закрываются, шайтаны заковываются в цепи, да? Когда же каждое любое благоугодное дело, саваб, награда, записывается в многократном размере. И вот этот священный месяц Рамазан, давайте встретим с хорошим, с искренним и правильным намерением, потому что все наши дела судятся строго по намерениям. «Иннама л-а'малю бинният», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, все дела судятся по намерениям. Альхамдулилля, поздравляю вас всех с наступающим месяцем Рамазаном. Пусть Аллах Та'аля примет ваш пост, наш пост, иншаллах, даст возможность проводить сухуры, утренние трапезы в кругу семьи, ифтары, вечерние разговения в кругу семьи, а также в мечети, да, с мусульманским обществом, с джамаатом. А также не забывайте о том, что есть дополнительная ночная молитва Таравих в священный месяц Рамазан. Он читается после ночного намаза Иша, после фарза и суната намаза. Также вы за это получите огромную награду. Как вы проведете месяц Рамазан, да, так и вы будете жить и в последующие месяца.